Кутай душу пыленепробиваемым материалом. Прячься в катакомбах, где тебя не найдут живые, но сперва взгляни на себя. Что с тобой стало? Да-да-да, верно, с тобой, но никак не с ними. Боль — квинтэссенция каждого чувства. Ты знала эту простую истину жизненных историй. Но ты взгляни. Взгляни на себя сначала, разве теперь тебе по колено море? В разных ванильных пабликах пишут про океаны, которые ни в коем не нужно менять на лужи. Правило первое. Если тревожат раны, не залечивай их с человеком, который не нужен. Все думают по итогу, что могло по-другому выйти, но почему-то, однако, по-другому не получилось. Правило номер два. Обрывай все нити с аппаратами жизни, которые от тебя отключились. После неудачной попытки сложить неслагаемые, все шлют нахрен любовь, но весомость, ссылаясь повода. Правило третье. Если тебя оставили, не включай в себе кнопку жизнеспособного робота. Люди приходят, люди уходят, жизнь продолжается. Еще встретится твой человек. Помни третье правило. Ведь живые люди в роботов не влюбляются. Роботы в роботов тоже. Так в инструкции сказано.